Так, масло Мобил. С утра было минус 40, сейчас минус 32. Простояла всю ночь в машине. Сейчас давайте посмотрим, разрежем, как, в каком она состоянии. Так, вот отчекрыжили пол канистры. Посмотрим. Масло, конечно, далеко не такое, кем я его покупал. Покупаешь, оно прям течет. Ну, что удивительно, все равно вязкость не такая густая. Вот. Тут видеоролик, что прям вообще оно чуть ли не в кол. Ну, вроде не чешное. Так что, ребята, выбирайте масло, чтобы оно было нормальное, чтобы не губить ваши автомобили, когда вы запускаете их в минус 40. Потому что есть случаи, когда и в минус 40, и в минус 35 нужно куда-то ехать. Берегите автомобили, покупайте хорошее масло.